Мне всегда хотелось узнать, каково это чувствовать себя неотразимой. Это история о Рене, которая всю жизнь стремится к идеальной внешности, изнуряя себя ежедневными тренировками и диетами. В один прекрасный момент вселенная дает ей шанс. Рене ударяется головой о тренажер и понимает, она просто красотка. На экраны страны вышла комедия «Красотка на всю голову» Эбби Кона и Марка Сильверштейна. Специальный закрытый предпоказ организовала сеть кинотеатров «Киномир» при поддержке радиостанции «Новое радио». До начала премьеры «Бьюти-праздник». Все девушки, пришедшие на кинопоказ, могли зайти в зал настоящими красавицами. В холле кинотеатра работали стилисты и визажисты. Прически, мейкап, подбор стильных образов и советы от топовых стилистов города. Кстати, о новых трендах. Как выяснилось, они есть у каждого под рукой. Сейчас я считаю, что время интернета, просто эпоха интернета. И нет никаких сложностей, чтобы следить за модой в интернете. Все абсолютно круизные коллекции, все недели моды проходят в записи. И потом это можно найти просто в интернете. Я всегда советую обращаться на модные сайты. Не каждый мужчина знает, что красота – это еще и большой труд. Чего только стоит ежедневный макияж. О нем, кстати, мы поговорили с визажистом Екатериной Гончаровой. Но всегда было модно. Так же, как и сейчас. Это красивые ухоженные брови и сияющая гладкая кожа, такая холеная. И, в принципе, макияж уже готов. Можно сделать красивые брови, красивую кожу, и уже можно идти хоть куда. В кинотеатре «Киномир» собрались самые красивые представительницы женского пола города Барнаула. И мы решили у них выяснить, кто же такая красотка на всю голову. Здравствуйте, скажите, кто такая красотка на всю голову? В моем понимании, это какая-то очень самоуверенная девушка. Мне кажется, это когда красивая женщина делает то, что она хочет. Очень интересная, классная, молодец вообще. Я думаю, это любая девушка Барнаула. Это красотка на всю голову, 100%. Как мы успели убедиться, в Барнауле живут самые настоящие красотки на всю голову. Василий Токмачев, Роман Хайрулин, новости.